Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова написала, что она не зря боялась снова лететь на Сейшелы. На поляне у них была идиллия, а на острове они снова начали ругаться. Остров является для нас роковым, даже и не знаю, что здесь происходит. Лера Фрост опровергает слухи о своем уходе с проекта. Всем недоброжелателям, которые распускают слухи в интернете, что якобы я ушла на женском голосовании, я скажу так, не дождетесь. В недавнем ночном эфире показали потасовку Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова в постели, которую зрители расценили как попытку изнасилования. И по мнению многих, если бы не камеры, то Юля бы точно не отвертелась от волшебства, так как Кучеров показал, что он готов идти на крайние меры. Правда, некоторые зрители считают, что Юля сама виновата. Она постоянно отказывает Сергею, но при этом спит с ним в одной постели, то есть испытывает на прочность. Неудивительно, что мужчина сорвался. Тата Абрамсон отметила день рождения, ей исполнилось 24 года. Поздравляем Тату. Участницы на поляне удивили в очередной раз зрителей. Когда на проекте появился стриптизер, то не нашлось ни одной участницы, которая бы не попыталась залезть ему в трусы. Особо усердствовали в этом Саша Харитонова и мамочки проекта Ирина Михайловна и Марина Тристановна. Они растолкали молодежь и ломанулись пощупать бедного парнишку. Костя Иванов похвастался новостью, ему доверили проводить лобное место. Ему очень понравилось. Иванов очень хочет выбиться в ведущие. Получилось же в свое время пристроиться Ольге Бузовой, Владу Кадони, Андрею Черкасову. Ксения Бородина написала слова благодарности своему отчиму. «Приехал мой отчим, Дженни меня воспитывал с 5 лет. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни, ты дал мне воспитание, образование, я посмотрела мир благодаря тебе, никогда в жизни голоса не повысил, спасибо». Настя Самбурская и Ольга Бузова обменялись комплиментами. Самбурская обратилась к своим поклонникам с просьбой перестать ее сравнивать с Бузовой. И даже свою кандидатуру она готова снять в пользу Бузовой, если ее выдвинут на прорыв года. Бузова ответила, что поссорить их будет сложно, потому что они не дружат. Она назвала Самбурскую «бабой огонь» и пригласила на свои курсы для вокалистов, чтобы она не лажала. Михаил Терехин похвастался своими достижениями. «Ура, товарищи, я сдал квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката». Гусев и Романец продолжают радовать своих поклонников. В сети появились снимки с необычного проекта, где Вика и Антон фотографировались голыми, а их причинные места были прикрыты только фруктами. Дарья Пынцирь, которая недавно всех убеждала, что с пластикой и с прочими процедурами нужно быть осмотрительнее, накачала себе скулы. Но привлекательнее она не стала, напротив, теперь Даша выглядит опухшей и даже располневшей, а ее глаза открываются с огромным трудом. В сети появился компромат на новую девушку Дмитрия Тарасова. Оказывается, в жизни вице-мисс России Анастасии Костенко немало темных тайн, одна из которых – это маленький ребенок. В возрасте 15 лет она родила дочку, которую записала на мать. И едва закончив школу, девушка поспешила уехать из родного города, чтобы начать все с чистого листа. И в качестве доказательства приводятся снимки Насти с 6-летней малышкой, которая очень на нее похожа. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.